Итак, всем привет, с вами Арсений, магазин Темп. Видеообзор вот такой вот, вот такого ряда держателей для эхолота и для спиннингов от компании Патриот. Решил не делать на каждый товар отдельное видео, а общий такой сделать общее такое видео на всем, ну, потому что в принципе они схожи и достаточно друг друга заменяемые. Вот, итак, начнем, наверное, с краю. Это держатель для спиннинга с регулировкой угла наклона, с достаточно жесткой фиксацией. Здесь идут достаточно такие мощные зубчики, которые зафиксируют спиннинг в нужном положении и не дадут произвольно изменить наклон. Крепится данный держатель спиннинга на баллон при помощи вот такой вот накладки из ПВХ. Крепится на 4 винта, то есть при необходимости можно ее снять и, допустим, прикрутить какой-то другой необходимый вам девайс, например, как вот такая вот панель для держателя эхолота, для монитора эхолота, либо для чего-то еще другого, который также оснащен у нас поворотным механизмом. Что еще есть? Дальше у нас идет вот такой вот держатель для спиннинга, который можно при необходимости также установить на такую панель, либо прикрутить его на транец при помощи саморезов, на транец или на банку, например. То есть на транец крепим в удобное вам положение, на банку, соответственно, то же самое крепим там, где вам это необходимо. И последний держатель монитора эхолота — это такой держатель на струбцине, который также фиксируется на струбцину при помощи болтов. Можно зафиксировать, допустим, на транце, на банке, если у вас катер, то на борту катера или лодки. И, соответственно, при необходимости можно его установить на вот такую вот площадку, которую также можно у нас приобрести. Немножко по размерам. Размеры данного держателя стандартные, данной площадки 12 на 12. Максимальная толщина зажима с трубциной у нас получается 20-27 миллиметров. Данная площадка из ПВХ у нас получается размер 14 на 14. Здесь, если вы берете вот такой отдельный держатель, у него в комплектации саморезы идут для фиксации на банку или транец. Размеры самого держателя 22 сантиметра, диаметр внутренний получается у нас 40 миллиметров 4 сантиметра. С обратной стороны здесь упор, чтобы спиннинг не проваливался, удобный достаточно вырез для того, чтобы убрать спиннинг или удилище. Такой вот наборчик от компании Патриот. Итак, понравились данные держатели спиннинга и эхолота, можно заказывать у нас на сайте, ссылочку найдете в конце описания. Понравилось видео — ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на наш канал, рекомендую.